What is your profession? Такая, знаете, странная немножко. Я вот никак не могла объяснить маме, что какая моя профессия. Вот это немножко странная, мне кажется. Такая не... Ну, как сказать людям, что ты делаешь? Как бы, ну, и... То ли учишь, то ли... Ну, не знаю, как вот сказать. Никто не воспринимает серьезно. Так... Ну, как бы я... What is a beautiful woman to you? Такая, я думаю, красивая женщина, которая всегда вот эта красота исходит изнутри. Мне кажется, вот эта, ну как бы внешняя красота, она не так важна. What is a passionate woman to you? Я всегда думаю, что, ну вот я уже говорила про внутреннюю красоту, и мне кажется, вот всегда надо как бы немножко, ну не показать свою эту пристрасть. What did it change in your life after the Velvet Revolution? Я никогда не говорила, что было плохо жить тогда. Мне кажется, не было плохо жить. Ну вот она же идеальная женщина, понимаете? Да. Она же идеальная. Вот это, ну, это внешность совсем не важно. Мне кажется, это внутреннее... Ну, передайте, не смотрите. Это, знаете, вот внутренняя красота, мне тоже, мне кажется, она вот тоже, ну, родилась везде. Если она бы родилась где-то в другом месте, она бы же в Кривде была, же нет? Мне кажется. Но это вот внутренняя красота, она вот, ну, светит. Ну, ты передайте, передайте, посмотрите, посмотрите. Понимаете, ну, вот это... Внутренняя красота, она самая главная. Это, ну как бы...